Областная столица готовится принять первый городской туристический форум. Он пройдет с 29 февраля по 2 марта под названием «Южно-Сахалинск. Маршрут построен». Ожидается, что мероприятие соберет около 500 участников и спикеров. Они выступят как в онлайн, так и офлайн режимах. Главной темой обсуждения станет развитие сферы туризма и увеличение турпотока на Дальнем Востоке и островах в целом, а также Южно-Сахалинске в частности. Эксперты и представители отрасли обсудят реализацию грантов и других форм софинансирования, а также цифровизацию. Обратят внимание и на рекламно-информационное продвижение Южно-Сахалинска. Среди большого количества работников, которые занимаются туристической отраслью, возникла необходимость обсуждать проблемы, выстраивать стратегию, искать интересные пути привлекательности. А самое главное – создать площадку, на которой можно поговорить о проблемах, именно связанных с жизнью туризма. Организаторы подготовят культурную и экскурсионную программы. Подать заявку на участие можно до 28 февраля.